Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր իմ տղան Հովիկը պատրաստելու է կեքս միկրոալիքային վառարանի մեջ։ Հովիկ, սկսի։ Всем привет. Для кекса нам понадобится: яйцо 1 штука, подсолнечное масло 1 чайная ложка, шоколад 20 г, сахар 2 столовые ложки, соль, разрыхлитель теста, ваниль и мука 3 столовые ложки. Все, начинай. Для начала нам понадобится яйцо, на яйцо добавляем подсолнечное масло, сахар, соль, ваниль и разрыхлитель для теста. Хорошо перемешиваем. Перемешавши, добавляем рассеянную муку. Берем и снова перемешиваем. Берем подсолнечное масло и мажем по сторонам кружки. Берем это тесто. Заливать в кружку. Измельчаем шоколад и добавляем в кекс. Готово. Ставим микроволновку. Время готовки зависит от мощности микроволновки. Наш кекс готов. Сейчас будем дегустировать. Аккуратно достаем. Вот шоколад. Вкусненький. Горяченький. Не терпится попробовать. Вот, сейчас. Сейчас будет вкусно. Очень. Дайте вам уже. Сейчас попробуем. Угу. Да, держи артучек это себе. Ну, один кусочек возьму себе. Да, мне, Артур? Очень вкусное. Оторваться не могу.
себе будем кушать. У меня много шоколада. К чаю хорошо подойдет, скажи. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые крутые рецепты. Пока-пока! Пока!